Так, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчат Фулл, и будем проходить Fallout 4 Far Harbor. Так, сейчас мы пойдем по заданию, давайте я вам покажу по какому. Вот по этому. Бросить мясо в воду. Вообще, друзья, я вот что заметил, смотрите, тут есть переход на в Содружество, но у нас нет телепорта, так как мы играем на максимальной сложности. Может, там можно на лодке уплыть, но я как-то не пробовал. То есть надо будет сходить потом, чтобы взять какие-то ресурсы, отложить какие-то ресурсы. Двоих, что ли, убило сразу? Норм. Так еще сказать. Грустно они как-то. Слышь, что ты где-то тут ходишь? Опасность. Еще кто-то есть. Окей. Дрён как. Мужик, ты сейчас допрыгаешься, стреляешься. До свидания. Стрелок тут нашелся, ворошиловский. У вас слишком много вещей. Да сколько можно-то? Ай-яй-яй-яй. Надо хлам всякий не брать просто, и все тогда будет хорошо. Это стоит 125. Выбрасываем этот хлам, и даже легендарки хламом являются. Ну, что, вообще до чего дошли. Зачем я проюзал этот, не могу сказать. Так, у нас есть какое-нибудь мясо-то вообще? Еда. Жареное мясо. Оно подойдет? Ну давайте жареное. Не знаю, может жареное подойдет. Просто обычного то мяса у меня нет. Может кто пути будет, с кого можно будет мяско взять. Но пока никого нету. FPS, конечно, тут желает... Оставляет желать лучшего, но ничего. Я куда-то как по-скоримовски полез в гору. Зачем? Не ясно. Сейчас посмотрим, что там за бабайка будет. Я думаю, элитный какой-нибудь моб, я так понимаю. Так, давайте-ка поосторожнее пойдем. Руки через хут уходят, как вы видите. Вообще, я думаю, все-таки потом уменьшу. Уберу мод у меча, потому что сильно просто очень. То есть, уберу мод у меча, и он станет в два раза слабее, поэтому это хорошо будет. Причем, в любом случае, я смогу его всегда поставить, если захочу. Так что это особо ничего плохого мне не сделает. Я, кстати, очень сильно хочу пить. Но как раз мы будем у воды сейчас, и там, я думаю, мы с вами и попьем. Это у нас очень сильно выносливость снизилась. Прям очень сильно. Ну что ты тут не прыгаешь? Хорошо, прыгаешь. А тут что у нас? Я тут как бы и не был даже. Сейчас опять перевес, да небось будет, пока я тут собираю все. Алюминиевая банка, алюминий. Алюминий нам нужен, как вы помните, для всех модов, которые нам могут пригодиться дальше. Давайте все-таки попробуем эту пушку. Ой.
На ком-нибудь. Хоть она у нас не улучшена, но все равно. Уже получше. Я хотел бы просто поплавать, потому что когда плаваешь от... Хотя можно просто проще сделать. Хорошо. Ну, выглядит пушка неплохо. Оп, стоп. Удильщик. Удильщик нам не надо. У-у-у. Что-то тут прям совсем страшное. Далеко нам вообще бежать? Ну, не особо близко, но не особо и далеко прям. Вообще для оружия самый лучший мод это, естественно, двойной, то есть когда два выстрела летит, ну или бесконечный. Когда вы не хотите перезаряжаться и сделать все оружие себе как в Думе. Просто ставите на все оружие этот мод, и у вас абсолютно каждое оружие будет бесконечным. То есть, ну как бы, просто не надо будет перезаряжаться, просто стреляете, стреляете сколько хотите. Будет вам чистый Дум. Так, тут я присяду-ка лучше. Бледный краб-отшельник, зеленый. Но это пока он меня не видит. Он зеленый. Когда он меня увидит, он станет не зеленым. Мать твою! Ну охереть! Пока до этого я не готов. Иди сюда. Ну, краб-отшельник мне понравился, конечно. Собака, где бы сохраниться, блин? Алюминиевые банки. На, срань какая, а? Не ожидал я, что такую херню здесь смогу встретить. Так, у меня вот вечная проблема. Вот это, конечно, можно было бы где-нибудь оставить. Смотри, сколько он весит. Он весит сколько? 30 килограмм. Сраных 30 килограмм. Вот автоматический боевый дробовик можно выбросить. 15 килограмм сразу у нас будет. Вот и все. Ну что, будем тебя бахать? Давайте, знаете как, друзья, я хочу пофаниться, поэтому давайте начнем, чтобы он нас именно атаковать начал. Каких-то мелких рожает.
Деток. Охренеть просто. Вот это да, чуваки. Вот это реально да. Мясо. Камера. Ну охренеть у него, конечно, тут. Алюминиевая банка. Садовые гномы всякие тут. Кость, карандаш. Это был просто моб, друзья, чтобы вы понимали. Это был обычный моб. Сталь, масло. Так, стоп. Стимулятор я у тебя, пожалуй, возьму. Мне вообще нужно было не сюда, но прикольно, встретили такую срань, блин, лютую. Охренеть просто. Не, он сложный, на самом деле сложный. Он бронированный еще какой-то, я ему фигарил. Но это немножечко побольше, чем обычный краб. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Мне прям нравится. Так, я вижу уже. Ядовитый удильщик. Ты кто? Светящийся удильщик. Вот как раз и миско появилось. Во-первых, вот это мне не нужно. Это сколько? 3 килограмма целых. Все, хорошо. Вас, конечно, сильно выдает из положения врагов. Придется пить опять, отпиваться. Во, хоть кое-как отпились. О, хорошо. Вы не чувствуете жажды. Точнее, не испытываете. Болотник, охотник. Самый крутой дроп для нас, это, естественно, оружие. Типа вот толстяка, конечно, оно и весит до хрена, но и стоит оно очень много, то есть... Ты кто? А, типа ты должен смотреть, я так понимаю, да? Хорошо. Наблюдай. Кто? Ну давай еще. Болотник. Они вмазать так могут, так что надо на их опасаться. Они жесткие. Болотники-то это не хухры-мухры враги на самом деле. Ну и мясо я их буду брать даже за счет перевеса, потому что бросить в воду больше мяса. Секунду. Продолжаем, друзья. Блин, придется вимецкий всякий выбрасывать. Пять из-за того, что у меня что-то не так. Что у меня за эффекты? Давайте посмотрим. Уменьшена скорость становления очков действия. Сила минус один. Лол. Надо что-то бахать, тогда наркоту какую-нибудь на силу.
Больше мяса кинуть. Ну давайте. Сейчас какая-нибудь хрень поднимется. Король болотнику, до свидания. Легендарный, кровожадный. Я думаю, они дамажить будут по-жесткому, если... Если им дать это сделать, то они будут по-жесткому дамажить. Куда? 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 Куда он побег-то? Цена 1000. Ну, это определенно брать стоит. Убить матку болотников. Здорово! Легендарная матка еще. До свидания. Была матка, нет маткина. Так. Там кто-то сплюется. И полетел. Тут можно симулятор выпить. Давайте посмотрим, что с него упало. Мясо, понятное дело, с него надо брать. Оно имбово крутое. Надо быренько идти в этот, излечиваться от всех болезней. Кровожадный болотник. В жопу идешь. Болотник кровожадный. Опа, еще один. Так. А теперь начинается самое веселое, друзья. Вы истощены. Заряженный тесак. $125. Не стоит того. Охренеть. Давайте кушать. Вода тут рядом, но давайте хоть покушаем. Так, почти все уже у нас хорошо. О. Замечательно. Теперь нужно по-быренькому валить отсюда, побыстрее в город, пока у нас действует наркота. Опа, тут я не был, поэтому валить не получится. То, что новое, мы, естественно, будем смотреть, потому что это новое, друзья. Это того стоит. Лесопилка. Я слышу. Но не вижу. О, теперь вижу. Все равно вмазал меня, когда я это в анимации был. Ну ладно. Так, что у тебя упало? Сколько она стоит? Она стоит до хрена. Пока у нас наркота, у нас все должно быть неплохо. А вот радиация тут идет хорошо тоже. Нифига ты быстрый. Ну, я нажрался всякой химии, меня сейчас мало кто пробивать будет. Нажрался всего, чего только можно было.
Кислота удобрения нам не надо. Нам нужен алюминий и все остальное. Ну и военные деньги я тоже не откажусь. А экспо нам такую дают, знаете почему? Потому что прокнул перк Савант, прокачанный на максимум. И теперь, когда он прокает, на 60 секунд у нас x3 экспо за все. Там еще мужик. Ментальная атака с дальнего расстояния. Вот как я могу. Вот это может быть дорогая штука. 800. Опа! Мне даже улучшать его не нужно. Лол. Так, это не то. Лол, друзья, что нам прокнуло. Вы это видите вообще? Это же... Обязательно нужно затестить. Кто там где шевелится, блин? Это накаляет. Ну, нам повезло очень сильно, на самом деле. Модификацию не нужно делать. Вы понимаете, насколько это круто? То есть... Nice. Слышите, бегают где-то. Твари, блин. Глазопись леви какая-то. Давайте послушаем. Меня сверлят, не знаю, слышите вы это или нет. Там кто-то где-то ремонт делает и так далее. Так. Ладно, потом. Нет, я потом забуду просто. Давайте сейчас. Видимо, которые... Мод пока не обновлен, которые не это, они пока еще не попадают сюда. В категории. Ой, не тут я ищу, блин. Сорян, друзья, что так туплю, бывает. Как же они заядло сверлят-то. О! Неплохо, но и нехорошо. Это вот ваншотнет, ясен хер. Жнец. 106 урон. Ну это понятно, ошеломляющий. Охренеть. Блин, друзья, вы не представляете, насколько это все круто, когда куча всего падает интересного. Но это уникальный, раз он жнец называется. Надо быренько идти, пока у нас химия действует. Потому что как она кончится, мы с вами станем...
Охренеть, сколько вас здесь вообще? Было-то. Сколько можно? Что ж я так пить-то хочу постоянно? Я не понимаю. Не напиться мне никак. Недосып у меня, конечно, конкретный, но... Надо быренько бежать, пока возможность такая у нас есть. Так-то неплохо, на самом деле. Из-за того, что он автоматический, это неплохо, но... Блин. С ним гораздо сложнее играть. Но можно поиграть с ним неплохо вообще. То есть, как бы, мне особо не важно. Можно на него мод поставить на топор горнок, ну, который вот зуб Кремба, и все. И будет, наверное... Давайте попробуем, кстати, потом поставить зуб Кремба на эту пуху. Ой, чую, сейчас будет миллион врагов здесь, прям в море. Опа. Кораблик. Благо мы подходим к городу, а. У него, кстати, еще лезвие можно там улучшить, вроде, я помню. Ну, потрошитель неплохое оружие, на самом деле. Но если реально поставить на него зуб Кремова улучшение, это же будет просто имбовая пуха. Она будет иметь урон где-то на процентов 20 больше, 30, может быть, больше. Как раз и посмотрим, сколько она. Где-то 150 урона у него будет. Максимум. Хотя, я думаю, даже меньше, 120, может. Раз у него стандарт на 100, то... Бафтаты больше не действуют. Печально. Что я могу еще сказать? И некуда отложить весь этот награбленный шмот. Выбрасывать его точно не хочется, друзья. Ну вот выбросили бы... О, там аэропорт какой-то есть. Так. Так. Это понятное дело, нельзя выбрасывать. Это стоит 800, это стоит 800. Это косарь. Это понятно, я не выброшу, потому что это я им занимаюсь, улучшаю его. 400 и 400 осталось. Ну, ё-моё. Придется всякую хрень выкладывать из хлама. Не знаю, что, конечно, что тут можно выбросить. Тета, но он почти ничего не весит. Молоток можно выбросить. Что за аэропорт? Не зря я тут полез. Просто не хочу еще раз юзать химию, потому что, ну, зависимость, все такое. Перегружены. Меня еще дамажит сейчас будет. Ноги мне еще сломает, не дай бог. Придется юзать, друзья. Вот что я решил. Чтобы, во-первых, нам нормально можно было играть. Вот это. Резко смогу бежать, потому что на 3 сила повышена. Надо как можно быстрее добегать. Вот тут аэропорт какой-то. Тоже очень важная штука. Секунду, друзья. Так, сорян, что не было слышно. В общем, продолжаем. Что за самолет? Реально какой-то огромный самолет, лол. Воровать? Тут кто-то живет, простите? Вас обнаружили. Кто? Кто здесь живет? Собаки? Волки? Ты, мать твою, супермутант! Охренеть! Ух! Yeah, well,
Maybe you shouldn't be so quick to jump to conclusions. Look, I don't really want any trouble. I broke off from the group I came here with a long time ago. I just started seeing things differently when we came to the island, and I couldn't stand how the other super mutants act to humans. I keep to myself up here and train my dogs. Лол, ну охренеть ты, конечно. И прости. You guys all right? Yeah, you're good. Sorry about pointing a gun at you earlier. I just get a bit jumpy when a stranger might be killing my dogs. I'm looking to trade. Провальная штана стала, это хер бы с ним. Чё за скипы? Ты здесь один? You just live out here by yourself? My kind are mostly stupid brutes. We used to trade with a couple people in Far Harbor, but they don't leave the settlement much these days. The rest of the people on the... Что за скипы, мать твою? Nothing. Давай, иди уже, и чтоб скипов не было этих бешеных. Ты знаешь, что ты знаешь об острове? There's a lighthouse on the south end of the island. Big family of trappers lives there. Хочу купить сторожевую собаку. I was interested in buying one of your guard dogs. Which one would you like? Лол. Можно реально Good luck out there. Реально собаку купить можно. Ну офигеть теперь. Мужик, постой. И как отдохнуть у тебя можно, мужик, ты просто космос. Maybe. Мясной крюк. Мясницкий, точнее, крюк. Еда всякая. Так. Я думал, ядерный блок 89. Думаю, ну, приехали вообще. Столько ядерных блоков я еще не видел, как говорится, да? Так. Мужик, во-первых, я сейчас избавлюсь как раз от вот этого карабинчика. Может, куплю еще у тебя 500 крышек стоит 100 патронов. Блин, не стоит оно того. Хотя деньги нам все равно нужно как-то тратить, друзья. Так, все остальное мне нужно. Ну, 193 голды получили. Грэсси. Она радиоактивна. Лол. С ней можно бегать? Это прикольно. Так, где у тебя спальня? Дай-ка я у тебя посплю, потому что как бы... Мужик, ну ты вообще красава, честно. Ты реально крутой мужик и... Вообще, это место я запомню. То, что тут можно собачку купить. Мы потом купим с вами собачку, хоть я и путешествую один, но собачку-то я купить хочу. Также вот если мы поставим зуб кремового на вот эту... На наше оружие, знаете, чем будет еще круче? Будет круче тем, что, во-первых, мы получим мод, который наем стоял просто так. То есть мы его получим... То есть у нас будет дополнительный этот мод, во-первых. Во-вторых, он будет давать кровотечение. А кровотечение это круто. Давайте-ка попробуем просто пройти пока. Пока нас никто не трогает. Вроде сохранение недалеко. Далеко нам вообще идти?
Не, ну дойдем, я думаю, так. Наверное. Хотя выносливость у нас очень сильно снижена, и скоро я ходить, наверное, не смогу просто так. Надо было еще что-то ему продать, хотя не знаю что. Блин, просто у меня ресурсов херово туча. Надо где-нибудь бы была возможность что-нибудь построить. Я построил ящик, в который складывал бы вещи. Так нет пока такой возможности, это очень плохо. Сейчас меня дамажить начнет, когда выносливость кончится. А, нет, я просто... Давайте отдохнем, постоим в кустиках. Главное, чтобы ноги нас не у нас не сломались. А то если сломаются ноги, то GG. Не, все-таки давайте, сколько у нас? Блин, не хочется проюзывать. Что у нас еще на силу есть? 453 из 430. О, все бафауты. Хорошо, в зависимости от бафаута. Это мне ничего не дало. То есть я его проюзал. Ну, сейчас мы у врача вылечимся от этого, я думаю, но... В любом случае, такое есть у нас. Прошел я испытание. Надо было вообще на тварь на большую идти так же. Ну, давайте сразу сдадим, продадим всякую фигню и прочее. FPS сразу уходит куда-то в одно место. Я еще пить жутко захотел почему-то. Вертолет? А нет, эти так генерируют. Такой звук генерирует. О, он сейчас расскажет. She's not a mainlander anymore. She's one of us. Yeah. Captain's dance. Wow. Here's to you. Don't trust you now. Queen. Well, fuck it, right? I expect folk will be more talkative now. Might even have some more work for you. Maybe hit up Mitch at the last plane. Что-нибудь еще? You need anything else, Teddy? You just don't quit. No. No, I don't need a damn thing. Take this. And if you incline, socialize. It's your party after all. Фуражка капитана. Это хорошая фуражка. Я хочу себе такую фуражку переделать, потому что эта фуражка выглядит поприкольнее. Captain's dance. Wow. Hey, Doc. Shit. You here for doctoring? Подлечи меня. Well, speak up. I think I took something. Let's get you settled. Время перемен. Сейчас будем завоевывать поселение. Any other complaints? Got roughed up. Не знаю, зачем я это сделал, но пусть будет так. И у него глаза светятся от света наковальни или чего-то подобного. Так. Now, was there anything else bothering? Так, теперь, во-первых, за вас. Я могу эхать постоянно. Don't belong on this dock. We keep cleaning here, we'll bleed out and die. To get better, to grow stronger, we need land. Echo Lake Lumber Mill has power lines that connect to the old. Ха, вот там я смогу сделать ящик. Harborman can wire up the condensers. Make it safe from the fog. How do you know all this? My father was a mechanic, a good one, before the fog took him. Ты очень умная. Очень. No, you're quite a remarkable girl. If you say so. I just don't want this pure to kill what's left of my kin.
I know the money's a joke. If my friends can resettle, I'm sure they'd do anything for you. And owe you big. Please, help. Без проблем, без каких-либо денег. И, друзья, на этом мы закончим данную часть. Спасибо всем за внимание. С вами был Александр Чатлов. Всем до встречи и пока.